Привет, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий, и в этом бизнес-инсайте мы поговорим с вами об эффективности, а точнее о неэффективности, поскольку большинство собственников бизнеса неэффективно тратят свое время. Работать много не означает работать эффективно. И если вы являетесь собственником бизнеса, то вам очень важно начать уделять большую долю своего времени, а именно более 70% своего времени, вопросам проектирования и строительства бизнеса. И снижать долю времени, которое вы уделяете операционной работе. Поскольку я скажу вам, как человек, работающий с тысячами владельцев компаний, что большинство владельцев компаний тратят свое время неэффективно, уделяя его именно операционной работе, работая с клиентами, занимаясь решением каких-то текущих операционных задач. И в результате их компании просто стагнируют, они не растут. А рост бизнеса является неотъемлемым критерием системности бизнеса. И только тогда, когда ваш бизнес будет с каждым годом подниматься на следующий этаж, только тогда можно будет сказать, что действительно ваша компания растет и развивается. И, кстати, это является очень благоприятной возможностью, потому что большинство ваших конкурентов точно так же неэффективно тратят свое время. Они занимаются очень много операционкой и рутиной. И для того, чтобы ваш бизнес процветал, вам нужно делать все это с точностью до наоборот. Поэтому уделяйте максимум вашего времени именно вопросам проектирования и строительства бизнеса. А это значит, работайте над вашей бизнес-моделью, над вашей конкурентной стратегией, совершенствуйте ваш продукт и работайте над каналами продвижения на рынке. То есть ищите способы, при помощи которых вы будете активнее захватывать долю рынка, потому что денег в рынке очень много. И какой бы ни был в стране кризис, вы всегда можете растить ваш бизнес, при условии, что у вас сильная конкурентная бизнес-модель. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, работайте над эффективностью вашего бизнеса, уделяйте время наиболее эффективным точкам в развитии вашего бизнеса. И увидимся с вами в следующем выпуске Business Insight. Пока!